Всем привет, Левран на связи. Сегодня у нас первый в этом году обзор Экобэг. В январе у нас такой зеленый шопер, зеленый фон, как вы уже заметили. Тематика сумки была hair. Это самые классные, самые топовые средства для волос, по уходу за волосами. И сегодня я расскажу про каждое средство из шопера. И вот я уже готова достать первый продукт. Сейчас мы узнаем, что это. И это шампунь из серии Fitness Bergamot. А теперь поговорим о полезностях данного шампуня. У нас сегодня все такое зелененькое. Шампунь у нас два в одном. То есть здесь и шампунь, и кондиционер. Это очень удобно, классно брать с собой, да, чтобы не брать с собой огромное количество флаконов куда-нибудь на тренировку или в путешествие. Поэтому это такой очень универсальный продукт. Данный шампунь можно использовать каждый день, подходит для ежедневного применения. Имеет такой классный, свежий, приятный аромат бергамота. Также, повторюсь, вам не нужно использовать дополнительный кондиционер, потому что он здесь присутствует. Волосы классно увлажнены после шампуня, он очень хорошо очищает. Пользуйтесь как обычным шампунем на влажные волосы, наносите небольшое количество средства массирующими движениями, проводите по волосам, также по всей длине и смываете теплой водой. Сейчас мы узнаем, какое следующее средство для волос у нас в Экобэг. И это сыворотка для кожи головы, укрепляющая. И снова зеленый продукт в Экобэг. Расскажу подробнее сейчас про этот классный продукт. Я думаю, многие девушки меня поймут. То есть периодически, когда вы расчесываете волосы, вы замечаете на расческе какое-то количество волос. Или просто наблюдаете, может быть, при мытье головы. Вот это самое настоящее спасение. Потому что уже после первого использования волос выпадает заметно меньше. На расческе уже практически ничего нет. Он классно укрепляет. Сейчас расскажу про применение. Здесь, кстати, есть очень удобный дозатор дополнительный, сменный. Я вам сейчас его покажу. Сама сыворотка выглядит вот так, как обычный крем. Плюс дополнительно идет вот такая насадочка. Ей очень удобно проводить как раз-таки по коже головы для того, чтобы равномерно распределить продукт. Значит, как пользуемся сывороткой? Наносим на кожу головы, оставляем на 30 минут и затем смываем теплой водичкой. Да? Можем после этого помыть голову обычным шампунем и воспользоваться кондиционером. В общем, советую попробовать. Очень классное средство. Данную сыворотку вы можете использовать по мере необходимости. Если вы действительно замечаете у себя проблемы выпадения волос, вы можете использовать продукт через день. Если вы хотите использовать сыворотку для профилактики, то можно пользоваться один раз в неделю. Мы переходим к продукту номер 3, и это маска для волос «Северные ягоды». Для того, чтобы волосы всегда были в прекрасном состоянии, радовали нас своей красотой и шелковистостью, одного шампуня и кондиционера, к сожалению, недостаточно. И тут на помощь приходит маска для волос. У нас в Экобэг в этом месяце северные ягоды. Почему именно она? Она очень классно восстанавливает структуру волос, особенно если вы делали окрашивание, ваши волосы часто подвержены различным повреждениям, да, то есть вы часто пользуетесь феном, плойкой, различными утюжками, поэтому волосы необходимо срочно восстанавливать. В общем, как пользуемся маской? Некоторые, кстати, наносят маску на сухие волосы. Я рекомендую вам намочить волосы, и именно на мокрые волосы нанести маску по всей длине и на кожу головы. И походить так час. Также можете обернуть волосы полотенцем. И после этого уже помыть волосы шампунем и воспользоваться кондиционером. Результат вас порадует с первого применения, так как волосы действительно становятся такие очень мягкие, у них появляется блеск, они действительно оживают. Маской пользуемся раз в неделю. Можно, в принципе, использовать ее и 2-3 раза для наилучшего результата, особенно если вы видите, что ваши волосы очень сильно повреждены там, после окрашивания или химической завивки. В общем, не пренебрегайте масками, обязательно пользуйтесь, ухаживайте за своими волосами. Кстати, для того, чтобы вам убить, как говорится, двух зайцев, вы можете на кожу головы, да, нанести, например, сыворотку для укрепления, а уже на длину волос, по всей длине, нанести маску для волос и походить так час. Так результат будет еще более крутой, и вам не нужно будет тратить много времени для того, чтобы воспользоваться сначала одним продуктом, а потом другим. То есть вы все наносите сразу. Переходим к продукту номер 4. Это у нас сухое масло 7.
это масло называется 7? Оно так называется, потому что оно содержит в себе 7 самых богатых классных масел для ваших волос, для того, чтобы волосы были блестящие, здоровые, чтобы у вас никогда в жизни не было никаких секущихся кончиков. А масло выглядит вот так, как стандартная такая сыворотка, да, которую все уже привыкли видеть. Масло не жирное, в отличие от некоторых масел. Обычно с маслами, как правило, ассоциация, что это сейчас будет очень жирное, что-то липкое. Это не так. Продукт классный, вы наносите его на чистые волосы, то есть несколько капель можете распределить по ладошке, сделать вот так и нанести по всей длине ваших волос. И приступить к сушке. Оно, кстати, обладает такими термозащитными свойствами, то есть после его использования можно легко приступать к укладке горячими приборами. Также вы можете просто на ночь, да, перед сном наносить на кончики, если у вас есть проблемы с секущихся кончиков. Если вы хотите нанести для наилучшего результата на кожу головы, лучше сделать это перед сном, а утром помыть голову, да, своим привычным шампунем и воспользоваться кондиционером. В общем, залог здоровья и красоты находится именно здесь, именно в этом флаконе, и он должен быть у каждой. И вот мы переходим к пятому полезному продукту, и это не просто кондиционер, для волос черный тмин. У нас есть целая коллекция не просто шампуней, не просто кондиционеров. Вот один из них присутствует в Экобэк. Не просто кондиционер с черным тмином. Он придаст волосам объем, да, то есть вы почувствуете, что волосы стали плотнее. Также данный кондиционер отлично активизирует рост волос, придает им блеск, поэтому я очень рекомендую воспользоваться данным кондиционером, не просто кондиционером. Для максимального эффекта рекомендую вам пользоваться кондиционером вместе с шампунем. Тоже с черным тмином. Попробуйте обязательно. По поводу применения. После использования шампуня наносите кондиционер по всей длине волос, оставляете на несколько минут и смываете теплой водой. И радуйтесь результатам. Шестой продукт из Экобэк. И это масло для ресниц и бровей. Красивыми должны быть не только волосы, также не забываем про уход за бровками и ресничками. Если вы хотите себе густые брови, хотите себе длинные ресницы, то данное средство для вас идеально подходит. Здесь очень удобная щеточка, можно использовать каждый день перед сном, например. Наносите на бровки и наносите на реснички. Ложитесь спать, а утром радуйтесь классному результату. Медленно, но верно, мы подошли к седьмому продукту, и это сыворотка Multi Hair для кожи головы и волос. Итак, подробнее о сыворотке. Данная сыворотка у нас принадлежит бренду True Alchemy. Это первый продукт для волос у данного бренда. Сейчас поговорим подробнее и расскажу, как пользоваться. Для чего нужна сыворотка Multi Hair? Она классно восстанавливает структуру волос, она придает блеск. Она улучшает кровообращение, за счет чего у нас активно растут волосы. Значит, наносим сыворотку сразу после мытья волос на чистые корни. Наносим и распределяем расческой по всей длине. Также сыворотка дополнительно обладает таким кондиционирующим свойством, что очень хорошо, так как волосам постоянно требуется увлажнение. Данную сыворотку можно использовать каждый день. Она обладает такой легкой консистенцией, ни в коем случае не жирнит ваши волосы, не утяжеляет. Очень легкое средство, такой флюид для волос. Также вы можете использовать ее непосредственно, например, перед сушкой феном или перед использованием каких-либо горячих приборов для укладки. Она отлично защищает, как такой а-ля эффект термозащиты. Я готова часами рассказывать про преимущества данного средства, поэтому просто советую вам попробовать и убедиться в том, что Multi Hair супер классный продукт для ваших волос. Итак, последний продукт, продукт номер 8, и это спрей-кондиционер «Дикая роза». Итак, спрей-кондиционер «Дикая роза». Супер увлажнение для вас. Спрей-кондиционер «Дикая роза». Такое супер экспресс увлажнение для ваших волос. Мы решили в ВКБК январь положить себе такую миниатюру, которую удобно взять с собой, поместиться в любую, даже самую маленькую женскую сумочку. Также у нас есть полноразмерные средства. Итак, как пользоваться данным спреем-кондиционером? Подходит для ежедневного применения, не требует смывания, поэтому вы можете использовать данное средство как на сухие волосы, так и на влажные, да, непосредственно перед укладкой, например. Также средство отлично
увлажняет в течение дня. То есть вы можете просто брать и распределять в любое время, когда вы хотите придать волосам дополнительное увлажнение, либо аромат. Пахнет, кстати, очень приятно, пахнет розой. Такое ароматное экспресс-увлажнение для ваших волос в одном флаконе. Я рассказала про 8 классных топовых продуктов для волос. Сейчас хочу рассказать еще немного про наш новый шоппер. Он у нас такой зеленый, в фирменном цвете, с логотипом. Внутри он имеет вместительный карман. Сама по себе сумка также очень вместительная, удобная. Можно ходить за продуктами, ходить с ней на тренировку, куда угодно. В нее поместится, мне кажется, вообще все. Она очень большая по размеру, действительно, значительно отличается от предыдущих шопперов. Ну что, на этом у меня все. Я также вам спешу напомнить, что у вас остается ровно один день, чтобы приобрести этот классный шоппер, да, и эти нереально полезные продукты для волос. Поэтому поторопитесь, пожалуйста. У нас с 1 февраля будет новый экобэк, да, новый шоппер, новые средства. Поэтому внимательно следите за новостями. Я с вами прощаюсь.